благодарность спасения жизни своей. Третьего, ну, первого попала в ДТП с своей семьей, где потеряла свою семью. И попала в отделение реанимации Смирновского ущелья. Случай был уникальный, сил практически не было. Спасибо за бережные отношения, за уход, за то, что дали вторую жизнь, просто человеческое отношение. У меня осталось двое детей, будучи в положении, меня спасли ребенка в утробе. Сейчас у меня появился шанс жить, хотя шансов не было вообще. Как бы у меня была внутричерепная травма, отек мозга. В течение месяца я боролся со своей жизнью, и благодаря этой больнице я приобрела жизнь заново. Мои дети теперь не сироты. Спасибо большое. Очень благодарна. Слов нет, которым мне, наверное, можно передать вот это отношение врача до санитара. Бережный уход. Врач действительно находился с моими родственниками на связи 24/7. Делился рекомендациями, советами. Консультировался с Москвой. Сейчас я снова на ногах. Вернулась ко мне речь, память. Я снова живу. Хотя как бы у меня шанс половина миллиона. Не устану, наверное, об этом рассказывать, говорить. Хотелось бы неоднократно еще об этом написать. После полного восстановления обязательно напишу.